На сей раз обозреваем решения утилитарные. Франция старая, неопознанная до определенной степени, однако это ни в коем случае не умаляет возможностей данных клинков. Они, возможно, находятся условно на полюсах подхода к эстетике, по крайней мере, внешнего вида клинковой бритвы, однако, безусловно, объединяющие их – это возможности стали. Именно поэтому были приложены мной усилия для того, чтобы их привести в порядок прежде всего и, естественно, заточить. Обе бритвы находятся в роговых оправах с костяными клинышками. Еще раз повторюсь, решения старые. Начнем вот с этой, которая меньше. Вот она каким-то странным образом в оправке поскрипывает. Такое ощущение, что не знаю, с чем связано. Но вроде как я все протирал, все вытирал. Ну, может быть, какая-то пылинка застряла. Но не суть важна. В общем-то, вот клиночек. Гласит он нам вот такое, скажем так, изображение. Сейчас попробуем вот так это все дело. Ну, очень сияет. Эскизное изображение кошечки и надпись i.blank. Что это, кто это, непонятно. The pose с другой стороны. Такая четвертушечка, изящная, 5 восьмых, легкая. Но, главное, опять же таки, главное по ней, это великолепное качество стали на клинке. Так, проверяем. Молчуньи обе, безусловно. Ну, так, ради порядка оформим рез, начинаем на корень. И с таким же успехом от корня. Вот такой у него барберский носик изящный. И забавная штуковина, вот эта нижняя часть, она выступает чуточку дальше. Поэтому вот самым носиком будет удобно подбирать в труднодоступных местах. Итак, кошечка и бланк номер один. И вот это, наверное, ей вот прямая противоположность. Это как, ну если в этом случае это как Кассиус Клей, то это, безусловно, Джордж Форман. Очень и очень, это, во-первых, тяжелое решение, во-вторых, большое, оно даже по толщине, оно больше стандартных, даже больше клинов. Ну, хотя здесь-то по большому счету тоже четвертушечка. Однако решение, ну, прямо очень солидное. Очень солидное, еще раз повторю, очень тяжелое. Ну, здесь, наверное, 6 восьмых. Но это такая штука, ну, прямо скажем, бронебойная. Она будет любые объемы вообще не чихать, не кашлять, обрабатывать. Очень увесистая. И такая прямо сталь плотная. Так, надо прибрать на всякий случай. Так, погнали на корень. Точно так же от корня.
Стали, конечно, идеальные. Для работы, я думаю, для каждодневной работы, для любого объема прекрасные будут рабочие инструменты. Цена любой из них 2000 гривен. Прошу любить и жаловать. У меня же на этом пока все. Спасибо за внимание. И до скорых встреч в эфире. Пока.